Охереть, пошла, сука, пошла, мать твою, другая картиночка. О, я голенький, это хорошо. Бля, где этот ебучий телефоня, сука? Где ты? О, вот он ты. Yeah, it's ready, yeah. Они говорят не по-русски. What's happening, ёпты? Alright, yeah, man. Let's go, ну. Шкаф. Курточка-хуюрточка, сшитый на заказ костюм. Повседневный костюм и плащ. Кожана куртка. Ну-ка, что это за сшитый на заказ костюм? Ну ладно, нахрен, в нем и пойдем. Давай, выходи, ёпты. Так, чё мы видим, чё мы видим? Тачка, непонятно, была такая или не была в деме, вроде была. Ну-ка, в гаражок захуярим. Гараж пуст, ха-ха, гараж, бля, пуст, пиздата. Гараж пуст. Ха-ха, барьера нету, ёпсить. Кстати говоря, в графике что-то неуловимо изменилось. Той самой мультяшности, какой-то красочности. Ну, прежде всего, вот красочности. Она куда-то делась. Возможно, я что-то не то настроил, потому что надо было перенастроить. Но, я разные попробовал яркости. Все равно что-то не то. Не удалось той же самой, того же самого настроить, короче. А вот он, походу, и выезд из левого туннеля. Ничего не обламывается. Опа! Выехали нахрен. Чё у нас тут? Чё у нас тут? Где у нас новые тачки? Хочу новые тачки. Где новые тачки? Хочу новые тачки. Чё-то пока что тачек новых не видать. Ну, вот такой грузовичок. Он старый, но у него тип кузова другой, которого в деме не было. Так, продолжаем ездить. Так, вот они, небоскребчики. Ну, с такого расстояния, честно говоря, хреновато выглядит. На солнышке пока что не играют. Ну, немного тучно. В тучах небо, возможно, из-за этого. Возможно, из-за этого не блестят. Так, ну что-то здесь поганенько, конечно. Я не знаю, так и должно быть, или это все-таки не полностью запустилось. Потому что вот это, к сожалению, мне не нравится. Тачек вот пока что тоже что-то новых не видать. Странно, это очень странно и обидно. Может быть, надо несколько глав пройти, хрен его знает. Как я понимаю, тут лучше не умирать, потому что картиночка что-то зависает, скажем так, начинает бесконечно крутиться вокруг чувачка. Имейте это в виду.